Те, кто обладает отменным здоровьем и без всяких лекарств, собрались сегодня на Комсомольском озере, чтобы окунуться в ледяной воде. В эти минуты здесь проходит чемпионат Беларуси по зимнему плаванию. Формат открытый. Конкуренцию отечественным моржам составили гости из России, Франции, Эстонии, всего из 8 стран. Чтобы уложиться в 2 дня, пришлось прорубить во льду сразу 5 дорожек. Год назад для сравнения было всего 2. Из общего количества заявок около половины белорусских. Как и в каждом состязании, медали тоже раздают. Но все, без исключения участники, говорят, что не ведут счет наградам и подбадривают друг друга. На первых соревнованиях это 15 ноября 2015 года. Первый раз проплыл на этих соревнованиях. Ну а так во всех постоянно участвую. Вчера тоже плыл. Очень сильные эстонцы, команда Эстонии, мужчины особенно. И очень сильные команды россиян, Петрозаводск и Тюмень. Этот вид спорта только начинает развиваться как вид спорта. И вот он у нас в Беларуси в прошлом году впервые в мире, первыми в мире, мы признали спортивное зимнее плавание видом спорта с включением его в государственный реестр видов спорта Республики Беларусь. И все же легкий дух соперничества подогревают зрители, трибуны активно болеют за своих, а как иначе? Без поддержки 450 метров вольным стилем, одна из самых непростых дистанций, кажутся непреодолимыми.